Карагандинец Александр Козырский из обычных старых автомобильных шин делает необычные сказочные персонажи. Все началось с обычного хобби в свободное время. Сейчас для мастера это постоянная работа. Александр Козырский родился в шахтерской семье. Окончив Карагандинский горный техникум, пошел по стопам родителей работать в шахту. По состоянию здоровья Александру пришлось уйти с работы. Чтобы не скучать, нашел себе хобби – изготавливать из старых автомобильных шин сказочных героев. В среднем на одну фигуру уходит один день, признался мастер. В свободное время решил заняться и сделать что-то красивое для себя и для людей. Ну, что, в принципе, у меня и получилось. Почему именно из шин? Ну, из шин вроде бы как бы получилось, увидел, понравилось, захотелось самому сделать. Сделал, еще больше понравилось. Ну и как-то более доступный материал, который, в принципе, можно на любой шиномонтажке найти, ну и сделать. Хотя, если честно сказать, работы с шинами очень много и тяжело, так скажем. Александр в прошлом году был награжден номинацией «Патриот года» в конкурсе за Мандас-2016. Его награде соседи радовались не меньше, ведь он заслуживает признания, потому что вносит вклад в жизнь города, призналась Жамиля Торгаева. Творение Александра радует не только детей, но и взрослых. Люди приходят к нам как на экскурсию, все фотографируются вместе рядом с этими фигурками. Очень много детей бывает в нашем дворе. Все очень радуются, что такая красота в нашем дворе. Это не каждый двор вот такое имеет богатство, как такую красоту. Обычное хобби для мастера стало работой. Пораженные красотой сказочных героев, карагандинцы начали делать заказы. Его фигурки можно увидеть во дворах детских садов и школ города. Фариза Албаева, Жара Гибаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.